Содержание торговых объектов и прилегающих к ним территорий на улице Ворошилова проверили сегодня. Выявили такие нарушения, как вандальные надписи на фасадах зданий, незаконная реклама, неудовлетворительное состояние входных групп. Состояние торговых объектов, я считаю, неудовлетворительным, поскольку у нас нет такой возможности иметь неухоженные территории по центральным частям нашего городского округа. Наши центральные улицы должны быть полностью в идеальнейшем состоянии, потому что это улицы, по которым гуляют наши жители, которыми ходят наши туристы городского округа, которых стало больше в период этого летнего сезона. Представителям торговых объектов были выданы рекомендации и предписания устранить нарушения в кратчайшие сроки.